Привет! Привет! У нас канал «Гостях у леса», когда мы сегодня будем делать эти зефирушки. Да, и сегодня мы будем украшать зефирушки из посыпки вот такой вот. Егор будет делать сегодня с Алисой, будут делать разноцветные конфетки из зефирушек и зефирушек с разноцветной посыпки. И зефирушек. Нет, Ася. Ой, что там у тебя еще, Егор, показывай? И глазурь. Это, не, это же не глазурь, это помадка такая, да, специальная. Да, помадка. И зефирушки. Да. Ну давай, приступай. Да, я беру. А да, и еще мы маме... Ну туда складывать будем, это контейнер специально для, да, этого, для этих конфеточек. Так, ну хорошо, посильнее макай. Я хочу смотреть. Так, хорошо, хорошо. Вот, и показывай, что получается. Вот, получилась вот такая вот конфетка. Вот такая конфетка получилась, да. Все, складывай ее и делай другую. Алиса, тоже макай. Тоже намакала. Вот сюда, так. Так, и теперь тоже складывай. О, Алиса, показывай, какая у тебя конфетка получилась. Вот такая конфетка у Алисы здоровская получилась. Складывай рядом с Егором. Так. Егор, пододвинь ей эту помадку, чтобы она, чтобы ей удобнее было, а то она через тебя. Так, Алиса тоже делает. Алиса, хорошо, не, хорошо, макни туда и сразу в посыпку. Так, вот, вот, молодец. И теперь в посыпочку опускай, опускай. Так, и показывай нам, какую конфетку. Вот, какую Алиса конфетку сделала, молодец. Складывай. Так. Они уже начинают сюда ложить. Да, вот туда. Молодец, ой, Алиса. Ой. А Егор почему не показывает, что делает? А вот... То, что я делаю. Так, молодцы, уже 5 конфеток сделали, да? Я. Так. Так, ну делай, Алиса. Какие ты теперь будешь, с какой посыпки делать? Вот делай вот крайняя, около фербика твоя. Так. Вот, давай. Давай, макай его туда, там, где посыпка с под фербика. Макай. Так. Подымай, подымай, переверни ее и подними. Вот так, молодец. Вот, молодец. И показывай, что получилось у тебя. Вот какая получилась красивая конфетка у Алисы. Молодец, ставь ее. Так, умничка. Егор сделал. Так, какие вы еще не делали? Так, вот такие вот желтые не делали, да? И еще какие не делали? Вот такие. А, вот такие вот еще не делали. Вот туда, куда Егор макает, и Алиса, и ты туда макай. По две, чтобы у вас было. Так. И показывай, Алиса, сразу. Вот, молодец. Алиса тоже конфетки какие здоровские сделала. Так. Ну, ничего страшного. Так. И Алиса теперь делает. Алиса, делай последнюю. Кислая помадка. Кислая помадка. И Алиса делает последнюю конфетку. Так. И макай. Желтенькую. Вот сюда. Молодец. И все, и складывай ее теперь. Ну и все, и показывай теперь. Егор, подымай и показывай, какие конфетки получились в контейнере. Наклони сюда, чтобы было видно. Наклони сюда, вот так вот. Вот такие вот конфетки получились красивенькие, да? Алиса, садись. Вот такие красивые конфетки сделали Егор, причем очень быстро Егор с Алисой сделали. И зефирушек, посыпки, и помадки, да, белые, да? Ну, он такие сделки вот украсили зефирушки помадкой и зефирушкой. Алиса, присаживайся. Ну что, всем говорим пока-пока, а мы будем пробовать наши конфетки. Подписывайтесь на канал «Гостях у леса» и ставьте палец вверх. Я вам подписываюсь, подписывайтесь. Ура, пока-пока. Пока-пока.